Да, кстати, знаете, я еще начал петь, и я вспомнил, что эту песню часто исполняют на радио «Шансон», и вообще ее относят к русскому шансону, потому что первая строчка «Я сидел». Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест, я гулял синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь под животом моста мы пили с ней вино. Могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась хванчкара, поздно и дома ждут, пора. Вдоль Москвы реки и сонного Кремля я скольжу пустым пространством мостовых, и не смотрят светофоры на меня с безразличием постовых на выходных. Перламутровым загаром города покрывают разгоревшийся восход, и мне кажется, что было так всегда, всегда в тот год под животом моста мы пили с ней вино. Могли бы лет до ста мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась хванчкара, поздно и дома ждут. Пора. Будет новых зим и весен карусель проплывать, неоднократно мимо нас будут петь вокруг, стареть, стелить постель и ждать. Бог даст, а небесный калькулятор ни на миг не собьется, и мгновенье, как вино, отсчитает и прольет, что не вместит. И вот оно, о, под животом моста мы пили с ней вино. Могли бы лет до ста мы целоваться, но краток земной маршрут, кончилась хванчкара, если нигде не ждут. Спасибо. Мы здесь пели хором песни советского периода. Так в этих стенах это было как-то по-особенному. Но песня длинная, 19 куплетов, «Жизнь замечательных людей». Я все время ее дописываю. Я все время дописываю, как новые какие-то воспоминания, я что-то туда вставляю. И недавно я обнаружил, что раздел «Перестройки» тоже уже как бы отошел. Вроде как у нас закончилась уже перестройка. И это уже такие воспоминания.
И я не стал писать один куплет, а посвятил этому целую песню. Вот такая песня.